Сегодня главный ингредиент, из которого я буду готовить, это пастернак. Готовить я буду суп. Он очень легкий для желудка, он прост в приготовлении, очень вкусный и, конечно же, очень полезный. Идеально к нему подойдет хлеб, запеченный с луком. О пользе пастернака я вам обязательно расскажу. Вы подписывайтесь на канал и давайте готовить. Нам нужно 0,5 кг пастернака, 3 луковицы и возьмем одну картошку, можно и без нее. Также нам нужен 1 литр бульона, 80 грамм тертого сыра, у меня чеддер, 4 кусочка черного хлеба на ваш вкус, 2 столовые ложки подсолнечного масла, соль, перец, 150 грамм сметаны, зелень по желанию, у меня петрушка и укроп, и 2 столовые ложки сливочного масла. Нарезаем лук четверть кольцами. Нам нужны просто тоненькие полоски. Пастернак чистим и нарезаем ломтиками. Суп потом все равно будем пюрировать. Пастернак – это прекрасная альтернатива для тех, кто стремится к низкокалорийному здоровому питанию. Имеет тонкий аромат и сладковатый вкус. Раньше пастернак использовали как более утоляющее средство. Отваром лечили кашель и расстройство аппетита. Пастернак укрепляет стенки капилляров, нормализует обмен веществ, выводит камни и соли. Он содержит больше витаминов и минералов, чем морковь. Особенно он богат калием, кремнием, фосфором. О его полезных свойствах можно рассказывать еще много. Картошку тоже чистим и нарезаем на некрупные кусочки. И переходим к сковороде. Разогреваем растительное масло в сковородке и выкладываем туда 2/3 луковой нарезки. Обжариваем ее на среднем огне, пока она не приобретет золотистый оттенок. Этим луком нам нужно будет покрыть 4 кусочка хлеба. В кастрюле с толстым дном разогреваем половину сливочного масла и ложим туда оставшуюся часть лука. Слегка обжариваем на среднем огне и выкладываем к луку пастернак и картофель. Их тоже нужно слегка обжарить в кастрюле с луком. За это время первая порция лука со сковороды готова. Выкладываем его на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Пастернак и картошку с луком заливаем бульоном и на среднем огне доводим до готовности. Овощи должны быть мягкими. Дальше с помощью блендера пюрируем суп. Добавляем сметану и оставляем еще 5 минут провариться. Заправляем суп солью и перцем. Духовку разогреваем до 200 градусов. Обжаренный лук немного солим и перчим. Хлеб смазываем оставшимся сливочным маслом. И выкладываем сверху обжаренный лук. Затем посыпаем тертым сыром и в духовку на минут 10.
Дальше разливаем суп по тарелкам, посыпаем зеленью и подаем запеченный хлеб. Пастернак рекомендуют даже давать детям как первый прикорм. Наслаждайтесь вкусным, низкокалорийным и очень полезным супчиком. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и давайте готовить вместе. Приятного вам аппетита и хорошего настроения!